Всем привет, всем доброго времени суток. Рада приветствовать всех на канале. Давно у нас на канале не было видео, просто физически не хватает времени. Сейчас сезон такой, да, огороды, работа. Поэтому снимаю понемножку, снимаю по чуть-чуть. В этом видео покажу последние события, да, происходящие в нашей жизни, какие-то зарисовочки небольшие. Но у нас все в порядке, все нормально, не переживайте. Кому интересно, оставайтесь с нами и приятного просмотра. Кто там едет? Беги, встречай! Беги, встречай, кто там едет? О, понеслась. Говорю, так не верит мне. Понеслась встречать. Так. Сначала полаем. Территорию охраняем. Кто там? А кто там? Ну все, она уже узнала, все. Ой, ну все, нежности. Все, завязываем нежности. Вот так вот встречает всегда. Ну, как вы поняли, приехал у меня супруг, помогая делать домашние дела. Здесь обкосил все, весь проход. Ну и так, в общем, конечно, намного легче стало. Картошку мне кучу. Вот этот огород мне обкосил. Вот давно ли я косила? Недели две, наверное, назад. Опять все заросло, в общем, обкосили по-новому. Ура! Наконец-то долгожданный дождик. Как он нам был нужен. Хоть все прольет, все помочит. Ура! Рады нет слов. Ну, как вы поняли, на днях у нас был дождик. Проснулась ночью от того, что, вернее, под утро от того, что гремит. И пошел спокойный такой хорошенький дождик. Просили у многих регионов, писали в комментариях, пришлите нам дождика. Смеялись, обмениваемся погодой. Мы вам солнышко, вы нам дождя. В общем, прислали нам дождика, за что огромное спасибо. Все полил. Ну, вот буквально несколько дней и опять сухота. Все свободное время, конечно, в огороде, урывками стараюсь полоть, рыхлить картошку. Кстати, чеснок зимний после подкормки удобрением обещала показать. Меньше недели прошло, но выглядит намного лучше. По крайней мере, перестали у него желтеть вот эти макушки. И значит, удобрение работает. В общем, получается, что ему влаги хватало, азота хватало. Но вот не хватало именно вот таких вот питательных элементов. Чем подкармливала, я показывала видео. В прошлом можно посмотреть, каким удобрением. Ну, беру на заметку и теперь буду подкармливать всегда. В теплице пошла у нас клубничка. Вовсю уже кушаем. Много ее здесь, всего 6 кустов, но ягод много. Спеет потихонечку, снимаем. В общем, дожили до своей первой клубнички. Вовсю тоже тягаю редиску на салат. Тоже дожили. Наконец-то пошла своя. Очень люблю ее, поэтому все лето буду вдоль вот этих деревяшек сажать, вытаскивать и сеять по-новому. С этой стороны тоже самое. В общем, и до редисочки дожили. В теплице тоже все замечательно. Пока еще не мульчировала. Томатики подвязала, прополола. В который раз уже. Помидорки завязываются как-то неравномерно. Вот, видите, и цветет, и уже помидорина. И на этой то же самое. Ну, вот таких вот встречаются. Есть уже помидорки. Вон кисть какая, видите? И помидорки завязались. А здесь еще вовсю цветут. Неравномерно как-то в этом году все. Но в целом кусты нормальные. Подкармливала уже 2 раза их. Поэтому что-то цветет, что-то завязывается. Была у нас поездка в соседний район. Это город Галич. Тоже немножечко вам покажем. Изначально планировалась поездка в наш райцентр. Надо было нам купить косилку для травы для мамы. Ничего подходящего, к сожалению, мы не нашли. Рванули в соседний район. В общем, друзья, рванули мы в соседний район. Здесь все-таки выбор побольше. Но остановились на набережной.
озеро. Это впереди, перед нами Галическое озеро. Близко, конечно, туда не подойти. Там, сами видите, все заросло. Но немножечко вам покажем. Голова щуки. Это надо так сделать, да? Это наподобие, как у нас. Наподобие, как у нас в райцентре. Фигурки, то есть это скамеечки. Без зуба? Да, один зуб остался. И цветочек. Здесь очень любят по вечерам гулять. Здесь всегда красиво очень. Закат очень красивый. Ну, мы вам показывали закат. И можно посидеть, отдохнуть. Здесь прохладненько, с озера дует. Вообще классно. Красотища, да? Тоже рыбка, видишь, вон. Связано все с озером. Очень красиво. Все вырезано, красотища, конечно. Ну и как во многих городах, видите, висят замочки. То есть молодые приезжают и вешают замки. День свадьбы здесь очень любят фотографироваться. Свадебные фотосессии проходят. Ну, место красивое очень, действительно. И не только замки, вот такие вот надписи тоже видно, что закрепляли. Ну и само озеро, оно очень старинное, информация о нем в интернете есть, кому интересно, можете все найти и посмотреть. Это город Галич, еще раз говорю. Большое тоже озеро. Ну и вот такая еще фигурка здесь есть. Кошка у ног. Все из дерева. Под березкой отдыхает, да? Красиво, да? Да. Очень красивое место. Была у нас также поездка в соседний регион. Это Ярославская область, город Ярославль. Тоже немножечко вам покажем. Выехали мы очень-очень рано, где-то около 5 утра. Вот такая была видимость в это утро, сильный очень туман. Ехали с небольшой скоростью, видимость была плохая, поэтому не разгонялись. С трудом можно было различить впереди идущие машины. Как раз накануне прошел дождик, поэтому ехали потихонечку, но с восходом солнца туман рассеивался. За окном мелькали целые поля люпинов. Ну а это мост через реку Волгу. Ну а это, собственно, и сама матушка Волга, очень широкая, полноводная. В общем, через 3,5 часа мы были в соседней области. По делам Ярославской области зашли в кафешку. Жарко. Там некоторые как кайфуют. Жара, суета, шум, очень жарко. И в масках еще вдобавок. Везде в масках. Чайхана. Изобилие. Фундук. Миндаль. Все, что душеньке угодно. Чайхана. Можно попить чаю, покушать. Цены видите. Ждем. Нам надо магазин пока. Ждем. Смотрите, какие большие пироги. 50 рублей. Тут накушаются все. В детстве всегда боялась ездить на таких штуках в Москве. Первый раз, когда попала маленькая, вообще затаскивали с визгом. А сейчас наоборот интересно, прикольно. Как она? А? Уже как сейчас она? Не боюсь, если боялась.
так как дел сегодня у нас очень много. На третьем этаже в торговом центре нашли столовую. Сейчас перекусим. Заодно по ценам посмотрим, что и как. Очень красиво оформлено, прохладно. Вот такие вот пальмы везде. Это город Ярославль, еще раз говорю. Красиво, очень. Делаем заказ, пока можете посмотреть цены. И вареники тоже со сметаной. Очень вкусные здесь, сказали, пельмени. Да, вы вареники. Попробуйте, оцените. Два вкуса. Так, хлебушка надо туда? Надо хлебушка, сколько? Да. Черненькие обычные. Деревенские без хлебушка не могут. Вот такие вот цены. Сейчас делаем заказ. Еще что-нибудь, блинчики может быть. Ну, в общем, недорого. Там, смотрите, домашние самогоны. То есть можно, я так понимаю, заказать разнообразные напитки. Ну, сидим, ждем. Вот, кстати, название, где мы делали заказ. Блинок и пельмень называется. А называется сам комплекс «Шоколад», торговый комплекс. Ну, в общем, заказ готов, забирает. Все? На, ешь. Это пока только горячее. А что, я не понимаю. Так, здесь у нас получается вареники. Заказали вареники с творогом и со сметаной. И пельмени. В общем, утверждаю, что вкусные пельмени со свининой, тоже со сметаной. Кофе заказала я себе. Американо простой, обычный. А ты чай, да, себе взял? Чай. Два пакетика. Два пакетика. Чай обычный. Люблю покрепче. Ну, этот хлеб 4 куска и блинчик там с чем-то. С вареньем, с клубничным. Вот такой вот заказ на 432 рубля. Вот к оплате 432 рубля. Пробу снимаем с пельменей. Сказали, что делают сами. Мясо свое, все свое, очень вкусно. Ты поменьше уплетай-то. Раскусывай. Мясо сочное, сразу скажу, вкусное. Фарш чем-то похож на домашний, когда делаешь. В общем, вкусные пельмени, рекомендую. А сам уплетает, только вилка шуршит. Вкусные вареники? С 5 утра, извини меня. Ну да. Вареники, вареники есть и с грибами, и с картошкой, ну с творогом взяли. В общем, кто будет в этих краях, рекомендуем. Очень вкусно здесь готовят. У нас стоит жара, поэтому на днях Ася у нас первая открыла купальный сезон. Ну, мы ее поддержали, я уже тоже ходила купаться. Но первой у нас была Аська. Вперед! Чу! Вперед! Дай, дай. Молодец. В конце видео хотим поблагодарить всех за поддержку, просмотры, комментарии. Отдельное спасибо хочется сказать нашим спонсорам, которые уже столько времени с нами, продолжают нас поддерживать. Всем, кто нас смотрит, всем огромное человеческое спасибо. Всем желаем хорошей погоды и на улице, и в семье, и в душе. Прекрасного летнего настроения, солнечного, позитива, море улыбок, море удачи, крепкого здоровья. Всем спасибо и до новых видео встреч!